Мама, что там произошло? Вот мне минимум знаний. Что там, Майка? Аня, ну куда там пролазишь? Полтава. О. Вы решили по Эльбе, там, короче, тоже какая-то, блин, крепость. А, вот мы сюда пролезли. Die Besiedlung ganz kurz in der Kapelle des Dunkelhauses, dann die Fischerei, die
Wer die Rundfahrt gelöst hat, bis rauf zur Endstation, soll ich da oben sind, mit dem S drauf, der kann die Fahrt entweder auf der Hinfahrt im Bartholomew unterbrechen oder auch später auf der Rückfahrt und er kann auch oben an der Endstation aussteigen. Die Boote zur Weiter- oder Rückfahrt, das ist dann sind wir in Abständen von ca. 4 Stunden 20 Minuten. Sie können im Endeffekt das Boot rücken, wenn er auf прогуляемся вокруг этого озера. Увидимся обратно, сядем на кораблике, точно так же поплывем обратно. Посмотрим, если нас могут выпускать, то наверное, разойдемся. Записные коряги. А, не слыхала? Что это такое? А, ну так, то сюда ехать-то надо. Дырка в скале. Известно, что это за дырка? Какая пещера там. Папа, а что там за дырка? Я не знаю, Аня. Сейчас спросим, будем узнавать, что это такое. Папа, здесь даже стража есть. Даже стража есть. Это кто-то здесь такой стоит. Народу здесь, конечно. Хочу в замок, скорее в замок. Голову несут довольно. Потому что все запрещают.
Кораблики мы приплыли электронным с аккумулятором на 4 тонны.